Депутаты есть, глава района есть, мэр города есть, депутаты Госдумы есть, члены Совета Федерации есть, а проблема остается. Валерий Васильевич, исполнительная дисциплина, и ее никто не отменял. И так в каждом вопросе. У вас все хорошо, а люди живут с проблемами. И не замечаете напрочь. А если бы вот мы не занялись обманутыми дольщиками, что бы было? У нас 76 домов с вами, 1000 семей пострадавших. Вот мы были на Победе, там это одна проблема, а у нас их было 76 таких проблем. Валерий Васильевич, давайте наводить порядок. У людей информации нет, они начинают писать, где депутаты, областной думы, городской думы, городская власть.